Итак, Кришна сказал: «О сын Притхи, тот, кто непрестанно помнит меня, сможет легко прийти ко мне, ибо он все время служит мне». Кришна сказал Арджунове: «О сын Притхи, про того, кто на мне всегда без отхиления вспомина, сам снадно достижительный, дики его неустале отданной службе». «О сын Притхи, тот, кто непрестанно помнит меня, сможет легко прийти ко мне, ибо он все время служит мне». «О сын Притхи, про того, кто на мне всегда без отхиления вспомина, сам снадно достижительный, дики его неустале отданной службе». Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада ки. В этом стихе указана цель, которые достигают чистой преданной, занимаясь бхакти-йогой, то есть служа Верховной Личности Бога. В предыдущих стихах говорилось о четырех типах преданных: о страждущих, любознательных, стремящихся к материальной выгоде и философах гьяни. Также были описаны разные пути, ведущие к освобождению: карма-йога, гьяна-йога и хатха-йога. В этих системах йоги есть некоторые элементы бхакти, однако в данном стихе говорится о чистой бхакти-йоге, без примеси гьяны, кармы или хатхи. Слово «ананья читаха» указывает на то, что все желания преданного, практикующего чистую бхакти-йогу, сосредоточены на Кришне. Чисто преданный не стремится попасть на райские планеты или освободиться из материального плена, погрузившись в брахма-джоти. У него нет никаких корыстных желаний. В Чайтанья-чаритамрите чисто преданный описан словом «нишкама». Это значит, что он ничего не желает для самого себя. Только он может обрести истинный покой, которого никогда не найдут те, кто стремится к личной выгоде. Гьяна-йога, карма-йога и хатха-йога преследуют корыстные интересы, но у совершенного преданного есть только одно желание – достать удовольствие Верховному Господу. Поэтому Господь обещает, что тот, кто безраздельно предан ему, сможет легко прийти к нему. Чисто преданный неустанно служит Кришне в одном из его образов. У Кришны великое множество экспансий, воплощений, таких как Рама и Нарасимха, и преданный, служа Господу с любовью, может по своему выбору сосредоточить ум на любом из трансцендентных форм Господа. Такой преданный не встречает на своем пути трудностей, которые преследуют других йогов. Путь бхакти-йоги очень чист, и идти по нему совсем не сложно.
Начать вам можно просто с повторения мантры Хари Кришна. Господь милостив ко всем, но, как мы уже говорили, Он особенно благоволит к тем, кто полностью посвятил себя служению Ему. Таким преданным Господь всегда готов показать помощь. В Ведах сказано, «Ям эйваша бринуте, тэна лапья стасяйша атма, вибри нуте тану свам». Только тот, кто целиком вручил себя Верховному Господу и преданно служит Ему, может познать Его таким, как он, какой Он есть. В Бхагавад-гите Господь говорит, что Он наделяет преданных разумом, дадами будхи-йогам дам, чтобы тот в конечном счете смог достичь Его духовной обители. Отличительным признаком чистого преданного является то, что он всегда и везде думает о Кришне и никогда не забывает Его. Для чистого преданного не существует никаких препятствий, где бы он ни находился. Некоторые считают, что преданный должен оставаться в святом месте, таком как Вриндаван или любом другом, где воплощался Господь. Но на самом деле чисто преданный может жить где угодно и, служа Господу, создавать им атмосферу Вриндавана. Шри Адвайта сказал однажды Господу Чайтанье: «О Господь, где ты, там Вриндаван». Слова «сататам» и «нитьяшах» всегда, постоянно, каждый день указывают в этом стихе на то, что чистый преданный все время помнит Кришну и сосредоточенно думает о нем. Таковы качества чистого преданного, который может легко достичь обители Господа. Бхакти-йога — это система йоги, которой Гита отдает предпочтение перед всеми другими видами йоги. Существует 5 основных типов бхакти-йогов. Шанта-бхакти — преданные, находящиеся в нейтральных отношениях с Господом. Дася-бхакти — преданные, связанные с Господом в отношениях слуги и господина. Сакья-бхакти — преданные, которые общаются с Господом как друзья. Ватсалья-бхакти — преданные, выступающие в роли отца или матери Господа. И Мадхурья-бхакти — преданные, которые относятся к Верховному Господу как к своему возлюбленному. Чисто преданные, каким бы из этих типов он ни принадлежал, неустанно служит Верховному Господу с трансцендентной любовью и никогда не забывает Его. Поэтому он без труда достигает обители Господа. Как чистый преданный ни на мгновение не забывает Верховного Господа, так и Господь ни на мгновение не забывает своего чистого преданного. Это великая милость, которой удостаивается тот, кто идет путем сознания Кришны и повторяет Махамантру. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так, о Санпритхи, тот, кто непрестанно помнит меня, сможет легко прийти ко мне, ибо он все время служит мне. Мы в процессе обсуждать какие-то... Возвращаться еще в комментариях. Скоро мы вас еще признаем. Да, ну да. О, Макьяна Центральной Гарсинки. Odchýlení vzpomíná, jsem snadno dosažitelný díky jeho neustále oddané službě. Tak to je 8. glava. Dosažení obitelí Vševyšního. 8. kapitola se nazývá dosažení nejvyššího. Dále je dosažení, to by... v starém variantě to už dosažení Vševyšního, ale zvučí tak, že jak po česky.
чешском переводе, достижение Всевышнего. И текст 14. Это вообще 14. Вы заметили, что это был очень объемный комментарий Шрилы Прабхупады. В общем, это защитный комментарий Шрилы Прабхупады, называется Русагни. И нужно сказать, что очень глубокий и затрагивающий большое количество тем. Я говорю, это глубокий, дотягивается там большого множества тем. И просто разбирать и разбирать можно было бы этот комментарий. На комментарий бы могли до неконечно дискутировать. Но мы возьмем какие-то основные моменты. А вот мы составим какие-то základные моменты. Итак, Кришна и Шрила Прабхупада начинает свой комментарий, подчеркивая превосходство бхакти-йоги над всеми другими видами йоги. Шрила Прабхупада начинает свой комментарий тем, что выдвигает бхакти-йогу над всеми остальными видами йоги. И мы знаем, что в 8 главе Кришна начинал говорить о том, чего достигают разные виды йогов, когда они, в зависимости от того, в какой момент они оставляют тело. Мы видим, что в 8 капитуле Кришна начинает дискутировать о том, как дойдут, или какого умистини достигнут, постоянно достигнут те йогини, разные йогини, правда, по того, в каком ставе служат пустить тело. И в действительности, если вы посмотрите, то критерии достаточно такие жесткие. Если на то подиваем, так критерии совпомерно чистые. То есть невозможно вот этого закона, который Господь установил, избежать. Же не можно этот закон как обрить, установить. И что в главном смысле слова, что это за закон такой? А что это за закон в том главном слове смысле? Закон кармы. Это закон кармы. В определенном смысле слова. В каком слове смысле? А почему мы говорим вроде как бы про йогу, про тех, кто практикует духовную жизнь? А почему мы говорим о йогинах, не были о тех, кто каким-то способом практикует духовную жизнь? Мы можем подумать, что ну, они-то достойны всего самого лучшего. Можем себе сказать, они себе заслужили то наилучшее. Потому что в отличие от других, они хотя бы устремлены, у них есть какая-то духовная цель, они пытаются познать себя. Че, на розы достаточно слова спонят, указывают, снажутся похопить сами себя. То есть они не стараются выйти за вот эти вот стандартные для нашей действительности современной законы материального существования, которые сводятся только к сну, совокуплению, защите. Они се снажили не выманить тады с того обвиклого стилу, как тады живем, тады се склада вице-менее jenom ze spánku, пажения, обраны. И Шрила Прабхупада приводит разные категории йогов. Шрила Прабхупада тады выименовала разные другие йогини. И говорит, что каждый достигает результаты в соответствии со своими заслугами. А říká, že každý dosahuje výsledky, které odpovídají jejich zásluhám. То есть невозможно, вот в этом и есть закон, невозможно избежать. Вот то, что ты как бы заслужил, то ты получил. В том-то и власне то, что этот закон нельзя никак обойти, потому что ты просто достанешь то, что ты заслужишь. Ну, согласитесь, хороший закон. Согласен, да, это добрый закон. Но иногда это нас может пугать. Але нигде нас то может лекать. Потому что очень высокая планка, но я не всегда, может быть, могу 100% всему следовать, так чтобы вот определенные вершины достигнуть. Это планка. Высота. Ты скачешь на лачка. Нет, лачка и чрезвыч высока, а не, можно, всегда не докажу все на 100% наследовать, досягнуть того цели. Однако это так. Не знаю, это так. И это очень тесно связано с одним определенным качеством Кришны. А то я очень тесно связано с одним конкретным властностью Кришны. Мы обратимся вот к нектару преданности. Обратимся на это нас, будем с того някакши сегодня, чтобы их слышать. Тут будут небольшие изучения такие. И это значит, что Кришна беспристрастный. Кришна беспристрастный. Беспристрастный. Настроение. Кришна и настроение. Гостейна? Ну, гостейна это не совсем, это равнодушный, но это здесь именно беспристрастный. То есть у него нет любимчик. Да, это слово? Кришна беспристрастный. И как же Шрила Прабхупада описывает это качество Кришны? А как Кришна описывает эту власть Кришны? Беспристрастным называют того,
кто свободен от всех привязанностей и зависти. Nestrannost, nebo nestranný je nazýván ten, který osvobozen od všech připoutaností a závisti. Пример беспристрастности Кришна приводит в десятой песне. Příklad nestrannosti uvádí Krishna v desátém zpěvu. Srimad Bhagavatam. Kde rozkazuje o tom, jak on ubil zmije Kali. Kde vypráví o tom, jak zabil hada Kali. Ono neznapil, ne? No, ne zabil, kde on osvobodil, tak skážu. Osvobodil. Демона забил, так со стола демона. Пока он сурово наказывал Калию, все жены Калии окружили Господа и стали разносить ему молитвы. Když velice tvrdě trestal Kaliu, tak jeho manželky Kaliovi Krišnu obklopili a začali k němu vznášet modlitby. И они такие молитвы произносили. A podnášeli takovéto modlitby. О Господь, ты не зашел на землю, чтобы наказать все демонические создания. О Кришна, ты себе не соступил на земле, прото, аби си повесил всех демонов. Наш муж Калия великий грешник. Наш манчел Калия великий грешник. И вполне заслуживает твоего наказания. А вполне си заслужит твой трест. Мы знаем, что ты одинаково относишься и к своим врагам, и к своим сыновьям. А мы знаем, что ты заховаешь стыдно, как своим неприятелям, так и своим сыном. Мы знаем, что ты наказал это жалкое создание только потому, что заботишься о его будущем благополучии. А мы знаем, что ты потрясла это убогое створение, но потому что се стараешь о его будущность. В другой молитве говорится. А в другой молитве се рика. Дорогой Господь Кришна. Дорогой Пане Кришна. Лучший из рода Куру. Найлепший из рода Куру. Ты так беспристрастен. Си так нестранен. Что если твой враг заслужит награду, že pokud tvůj nepřítel si zaslouží odměnu, ty vznagradíš jeho, tak ho odměníš. A jestli jeden z tvých synovů okáže se přestupníkem, ty nakážeš jeho. A pokud se někdo z tvých synů stane tím, kdo se dopustil nějakého přečinu, tak ho potrestáš. Это твоя обязанность. Это твоя повинность. Ибо ты творец и владыка всех вселенных. Protože ty jsi stvořitel a vládce všeho. Ty не пристрастен никому. Nikomu, nebo si ke všem nestranný. Тот, кому ты кажешься пристрастным, безусловно, ошибается. Ten, кто си о тобе мыслит, что не си нестранный, так се неконечно мили. Интересно, очень интересный момент. Тот, кому ты кажешься пристрастным, безусловно, ошибается. Это будет такой займовый бот тады. Ten, кто си мыслит, что некому странишь, так се неконечно мили. И это действительно так. Так вот, правда, это одно из качеств Кришны, перечисленное. 28. To je jedno z vlastností Krišny, který je vyjmenováno v těch 64 vlastnostech Krišny, je to na pořadu těma 28. No, my musíme odmítit, že podobné modlitby a podobné vyjádření произносят не те, кто находится в близком окружении Кришны. Musíme poznamenat, že tyhle ty modlitby nepronášejí ti, kteří se nacházejí v blízkosti Krišny. Они знают Кришну, какое-то совершенно другое качество Кришны. Они знают у Кришны вполне некую иную властность. И что же это за качество? Что это за властность? Кто знает, что это за качество? Грабить, что это за властность? Ну, какие качества Кришны? Ренафлет. Нет, посмотрите. Противоположность тому, что мы сейчас прочитали. И это опачная властность к тому, что мы теперь прямо прочитали. То, что он любит преданных? Да. Еще Марат Одана. Да. И на самом деле есть несколько качеств, которые очень перекликаются между собой. Перекликаются очень подобны. Есть множество властностей, которые совсем навзаим подобны. И одно из качеств, 45-е, Jedna z těch vlastností, 45. Zvučí tak. Zní takto. Питающий пристрастие к своим преданным. Чехова наклонность к своим преданным? Да. Представьте себе абсолютная противоположность. Представьте себе правый опак. Только что мы прочитали, что Кришна беспристрастный. Я нам только с мыслью прочитали, что Кришна на стороне. Это одно его качество. Это одна его властность. Более того, молитва подтверждает, что тот, кто считает, что ты пристрастен, несомненно,
ошибается. А бабницы мы с этим молитвой только дозвели, что покуд се некто домнива, что некому странишь, так се велице мили. А здесь совершенно другое, совершенно такое качество, противоположное, питающее пристрастие к своим преданным. А то это и напросто опачная областность, что хова наклонность к своим отданным. Питающее пристрастие. Хова наклонность. Удивительно. Это ужасно. То есть он лично заинтересован в какой-то, в ком-то. Же особенно ма заем на неком. И здесь в этом это качество описывается следующим образом. А потом властность я пописала на следующим способом. Кришна — верховная личность Бога. Кришна — наивысшая особенность Божества. И потому никому не питает пристрастие. А прото никому не страни. И тем не менее. В Бхагавад-гите говорится, что преданные с любовью поклоняющиеся его имени особенно дороги ему. Že oddaný, který s láskou uctívá jeho jméno, tak je mu velice drahý. Когда Кришна находился на этой планете, один преданный так выразил свои чувства к нему. Když byl Krishna na této planetě, tak jeden oddaný k němu vyjádřil své pocity tímto způsobem. Můj Господь, если бы ты не зашел на эту планету, асуры, демоны и атеисты наверняка положили бы конец деятельности преданных. Říkal můj pane, pokud by si nezastoupil na tuto planetu, tak démoni a ateisti by nejspíš ukončili odanou službu. Мне трудно даже вообразить масштабы опустошения, которое было бы предупреждено твоим приходом. Já ani nedokážu vyčíslit rozměry toho ničí nebo té zkázy, které si забранил тем, что си заступил на эту планету. С момента своего явления на этой планете Кришна был заклятым врагом всех демонов. Když se Krishna od okamžiku, co se Krishna zjevil na této planetě, tak byl úhlavním nepřítelem všech ateistů a démonů. Хотя враждебность к ним Кришны, по сути дела, мало чем отличается от его благосклонности к преданным. Ačkoliv ta nepřátelství Krishnovi, Krishnovo vůči těm démonům se příliš neliší od toho, od jeho náklonosti ke svým oddaným. Tak jak любой демон убитый Кришной, тот час получает освобождение. Protože jakýkoliv démon, který byl Krishnou zabit, tak získal stejně osvobození. Здесь говорится о том, что Кришна намекает на то, что он питает особое пристрастие к своим преданным, являясь на земле для того, чтобы защитить их. A tady se mluví o tom, že Krišna vlastně tu svoji náklonost projevuje tím, že se objevuje na zemi proto, aby své oddané ochránil. A čem ještě hovoří tato káčstvo, pitající pristrastě k svým prijedeným? A o čem ještě hovoří tato vlastnost chovající náklonost ke svým oddaným? První očerec. V první řadě. Jak vy domluvíte? Co myslíte? Může jim pomáhá. A co ještě? Что ещё? Не без гостей. А еще? А что еще? Может служить самим преданным. То есть становиться как бы ниже преданных. Как, например, у Арджуны он был обозначен. Да. Что служит одарным, что се дава до поставления еще ниже, не су одарным, как, например, у Арджуны. А все это о чем говорит? Самая главная вещь. Посмотрите, кто испытывает привязанность? Поднимается на то, на ту главную вещь. Кто почувствует припутанность? Тот, кто любит, да? Тот, кто милует. А кто любит? А кто милует? Может ли что-то безличное любить? Может ли что-то особенное миловать? Безличное отношение, значит. Да. И это что значит, так, что Кришна является личностью? Это знаменует, что Кришна – особу. И это очень важно для понимания. Это очень важно для понимания. Это очень важно для понимания вот этих качеств, таких как беспристрастие и пристрастность. To je vlastně velice důležité pro pochopení těchto vlastností, jako je nestrannost a náklonnost. Jestli Krishna личность, pokud je Krishna osoba, on должен испытывать привязанность, tak musí pocitovat nějakou připoutanost a náklonnost. U každé личности je to, kdo dorog mu. Každý má někoho, kdo je mu drahý. Любимый, дорогие. Někdo je mu drahý, koho má rád. И вот результат, и это естественно. Это природа. Это природа личности. То есть повага особи. Об этом много не говорится. На том самом не говорим. В начале. На зачет. Сначала мы знакомимся с безличностным аспектом Кришны.
На початку се сознаваме с неособним аспектом Кришны. И говорится, да, Господь, Он справедлив, Он параматма в сердце каждого, Он свидетель всех твоих деяний, ты получаешь по заслугам в соответствии с тем, что ты совершил. Мови се о том, что Кришна справедливый, что как параматма, как на душе, что свенок всех чинностей, а что дики тому мы зискаваме по заслугу, за то, что заслужимо. И только потом, когда мы продвигаемся по пути, пытаемся узнать что-то про Кришну, мы понимаем, что Кришна оказывается не так как беспристрастен. А když vlastně trochu se potom posuneme dál po té cestě, tak můžeme potom se dozvídáme, že Krišna je nestranný. И это очень сокровенная информация. А то это очень сокровенная информация. Потому что люди очень сильно обижаются на Бога. Že lidé se velice silně zlobí na Boha nebo uráží na Boha. Je to качество его пристрастности к своим преданным может вызвать еще больше гнев. A tady ta vlastnost, ta náklonnost ke svým odaným, tak v nich může vyvolat ještě větší hněv. Потому что они могут сказать, вот посмотри, как ты поступил по отношению ко мне. A on může říkat, no podívej se, jak jsi se ke mně zachoval. Это потому что ты пристрастен. To je proto, že nejsi nestranný. Ty vybíráš. Ty si vybíráš. Кто то тебе нравится, а кто то нет. Někdo se ti líbí, a někdo se ti nelíbí. Но Кришна оставляет за собой право, вечное право, как личность, иметь пристрастие. А Кришна си понехава вечное право мит, ховать к некому наклонность, потому что особа. И вот к такому Кришне, Кришне, который имеет пристрастие, к такому Кришнове, который ма некую наклонность, приводит бхакти-йога. Так к нему приводит бхакти-йога. Никакие другие пути. Жадные иные цисты. Здесь Шрила Прабхупада показывает в начале комментарии, как все начали, о превосходстве бхакти-йоги над всеми остальными. Здесь Шрила Прабхупада в комментарии начинает говорить о том, какие бхакти-йоги надчазаны всем остальным другим йоги. Шрила Прабхупада говорил, что эти йоги, они доходят до определенного уровня совершенства. Шрила Прабхупада говорил о том, что эти йогини доходят до некого конкретного бода духовности. Но если они не понимают вот этой личностной природы Кришны, если они не доходят до этого, але покуд не хапу ту особенную повагу Кришны, покуд не дойдут до того бода, то есть, естественно, они обладают каким-то знанием. Так они, самозрение, мают некое познание. Но вопрос, полно ли это знание? Але отазка, если это то познание полное. Во второй тексте, во второй главе Бхагавад-гиты, в другой капитуле Бхагавад-гиты, там говорится о том, что самый совершенный ученик это тот, кто понял все и планету Солнце. Se hovoří o tom, že nejdokonalejší žák je ten, kdo pochopil všechno. I slunečný disk, i slunečné lůči. I planetu Slunce, i slunečný disk, i sluneční paprsky. To je znání jeho završené. To znamená, že jeho poznání úplné. No to, kdo pojel tylko jakýto oddělné části, jeho nelze nazvat, on je nesomněno na věrném puti, jeho nelze nazvat dostikšem svršenstvo. Takže on je na pravé cestě, ale jeho poznání se nedá považovat za úplné. To je strana, nebo jsem dožil, kdyby to vrnul se znovu. Takže dřív nebo později se budu muset ještě vrátit. I v tom procesu vzrašení, do toho, jak on pojmout, že Krišna je личность. A v tomto procesu, když on pochopí, že Krišna je osoba, on должен будет сталкиваться вот с этим качеством Кришны беспристрастности. Так се будем muset nějak попасовать с той властностью, что Кришна не нестранный. Должен будет понять, что существуют определенные законы, все делать Кришну, энергией Кришны. Закон кармы существует, все получают по своим заслугам. Что существуют разные энергии Кришны, например, карма, где все достают то, что си заслужили. Но Шрила Прабхупада в своем комментарии говорит, что совсем по-другому дело обстоит с преданными. А Шрила Прабхупада в своем комментарии говорит о том, что с одаными это все вполне иначе. И Кришна сам говорит, тот, кто непрестанно помнит меня, сможет легко прийти ко мне. А Кришна сам говорит, тот, кто на меня устало памятует, так они не может с нами прийти. И Шрила Прабхупада в своем комментарии говорит, что вот эта конечная точка невозврата. To je Šrila Prabhupada potom komentuje tím, že to je takový bod, odkud už není návratu. To je, když vy dosáhnete Krišny, drahí přátelé, nazad už drogy ne. Když už dosáhnete Krišnu, která si odaní, tak už není cesty zpět. No nie, protože u vás nie je želání odtudy chodit. A není, protože už není přání odtamtud odejít. To je vše želání realizované, tak, když člověk osvobodí Krišnu.
že všechny přání se vyplní, když člověk realizuje Krišnu. И когда он поймет, когда он реализует это качество пристрастности Господа к своим преданным. А лишь потом реализует ту властность Пана нестранности Кришны к своим отданным. Это очень привлекательное качество, это качество, о котором нужно говорить, на которое нужно медитировать. Это очень прекрасная властность, о которой нужно говорить, о которой нужно медитировать. Потому что она заставляет нас быть привлеченными к Кришне. Потому что нас нудит к тому, чтобы нас Кришна притягивал. Мы все ищем какого-то ответа в этом мире. Мы все не гадаем никакую ответ в этом свете. Мы хотим получить любовь взамен. Хотим изыскать некую ласку на остаток. И, к сожалению, все наши попытки тщетны. Но, боже, наши тщетные снаги. Просто в материальном, существовании так не заведено. Просто в материальном свете это так оно не заведено. Ну невозможно получить назад. На нету возможности успеть. В той форме, как ты хочешь, как ты себе представляешь. В той подобе, как ты хочешь, как себе представляешь. И вот только с Кришной, когда мы достигаем Его, тогда мы понимаем, вот, это то, что я всегда хотела. А потом с Кришной, когда мы достигнем, так и похопим, это то, что я всегда хотела. В Нем все, в Нем есть исполнение. В нем как личность, просто прикасаясь к ним, все желания автоматически исполняются наши, какие бы они ни были. Пишет с ним, как достанем до контакта, так все, все наши желания исполни, а уж были какие-либо. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, и в Шримад Бхагаватам также написано о том, чего бы ты ни желал, чего бы ты ни желал, даже если это какие-то материальные вещи, пожалуйста, обратись к преданному служению Господу. Потому что Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет, а если ты желал чего-либо, так... А я тут чтобы я какое-либо гмотное пчани, так со всеми всегда обрать на Кришну. И Шрила Прабхупада в самом тексте также говорится о том, как же нам нужно обратиться к Кришне. Шрила Прабхупада в самотном тексте так я говорю, как с вами обратиться на Кришну. Шрила Прабхупада в комментарии о Кришне в самом тексте. Шрила Прабхупада в комментарии о Кришне в самотном тексте. Кришна говорит, тот, кто непрестанно помнит меня. Кришна читает вверши, тот, кто на мне не устал вспоминать. И это один из метод преданного служения. То есть одна из методов данной службы. И что это смарном памятование? Что это смарном памятование? Еще Прабхупада, когда он давал также лекции на этот текст, он Бхагавад-гиты, он говорил, что вы должны быть просто смиренны в одном. Шла Прабхупада, когда давал преднашку на этот верш, он читал, надо быть покорным в одной вещи. Боже, просто проявить смирение в слушании. Надо проявить покору на слухание. Просто вы должны отдать свой слух. Надо верить тому дать свой слух. И слушать о чем? Наслухать о чем? Слушать о Кришне. Наслухать о Кришне. И если вы проявите смирение в этом одной вещи. А покуд проявите покору в этой одной вещи. Вы достигнете счастья. Но как практически это должно произойти? А я кто ма практически говорит? Здесь Кришна говорит, тот, кто непрестанно помнит меня. Да Кришна читает, а тенгра меня устало вспоминает. Вот тот, кто слушает, тот и помнит. Тенгра на слух хата не вспоминает. Понимаете, это очень тесно связанные вещи. То есть говорится тесно спаянные вещи. И мы уже неоднократно слышали Шраваны, Киртаны. Что для этого слышали Шраваны, Киртаны? Тот, кто слушает. Ten, kdo naslouchá, tot, kdo povtáraje, ten, kdo opakuje, tot může pamatit. Tak to může pamatovat. Nemožné pamatit, prostě pamatit, jestli ty neslyšíš, jestli ty nemluvíš o tom. Nemůžete si prostě pamatovat, i když nenasloucháte, nebo že o tom nemluvíte. Tak rozvíjí se přivázanost. Tak my se rozvíjí připoutanost. Je to jeden z hlavních metod. To je jedna z hlavních metod. И более того, как Бхагавад-гита, в соответствии с Бхагавад-гитой, это состояние сознания, это самадхи. А, то есть так и склада потом то самадхи. Да. Самадхи это полная погруженность. Самадхи то есть полная погруженность. Но погруженность во что? В размышления о Господе. Але в целом в мышленки о Кришне. Это самое главное, чего нужно вообще достигнуть. То есть то наиглавнейшее, чего потреба досягнуть. И все вещи, которые нас окружают, все, что мы делаем, служат только этой одной цели. А все вещи, которые нас обкропуют, мы делаем что-либо, так ты служи пользу этой одной вещи. И разные формы преданного служения, они также предназначены для этой одной цели.
A různé podoby odané služby jsou také určeny jenom tady k tomu jednomu cíli. Для того, чтобы наше сознание в первую очередь было поглощено личностью. В то, aby naše vědomí v první řadě bylo pohrouženo tady té osobě. До Кришны, до Кришны. Еще Прабхупада говорит, что начало может быть очень простым. Шла Прабхупада сказала, что начало может быть очень простым. И кто из комментариев этого понял, какое начало? Кто себе помогает этим начало? Распевать Харе Кришну. Просто повторяй Харе Кришну Махамантру. Просто опаковать Харе Кришну Махамантру. Если вы просто повторяете Харе Кришну Махамантру, только внимательно, как вы уже говорили. Если вы опаковаете Харе Кришну Махамантру, позорно, как мы о том говорили, вы сможете также слушать. Так можете również на слово. То есть одновременно этот процесс киртана. Вы и слушаете сразу. То знамена, что это правда, что и киртана не там, что вы слушаете, что спеваете. И удивительным образом эта привязанность к Господу, она начинает увеличиваться. А ужасным способом своя эта припутанность к Пану начинает увеличиваться. И она будет увеличиваться, если вы не останавливаетесь, эта привязанность будет увеличиваться и увеличиваться. А тогда припутанность будет увеличиваться, увеличиваться, пока вы не заставите. И почему вот это возрастание происходит? А почему дохазит к тому росту? Потому что Кришна, пристрастен к своим преданным. Пристрастен к своим отданным. Пристрастен, наоборот. Махнем наклонность к своим отданным. То есть для, тот, кто обращает внимание на Кришну, Кришна обращает внимание на него. Что тот, кто се обрати на Кришну, так речено, что Кришна обрати свою позорность на него. Он говорит, я просто не могу не думать о них. Я просто о них не могу премышлять. Вот такой Господь, такой я Пан. И мы уже как-то об этой истории говорили, о том, когда Юдхиштхира пришел к Кришне, Кришна сидел и медитировал. Он правил там чибе, Юдхиштхира пришел к Кришне, а Кришна сидел и медитировал. И это было уже после сражения на поле битвы. Это уже было по той битве на поле Курукшетры. Юдхиштхира такой, ну ничего себе, интересно, кого медитирует. Юдхиштхира сказал, ну то есть заимно, на кого он медитует. И он подождал, так почекал, когда Кришна вышел из медитации. Докуда Кришна не вышел из медитации. Подошел, спросил Кришна, а на кого ты медитируешь? Пришел к нему, сказал Кришна, о ком ты медитовал? Он говорит, я медитирую на тех, кто думает обо мне. Я медитирую о тех, кто о мне премышляет. Но вот сейчас, конкретно в этот момент, в том окамжику, я медитировала на Бишмаде. Так сам медитовал о Бишмадеве. Который сейчас лежит на поле битвы Курукшетра, на ложе из стрел. Který teď leží na poli Курукшетра na loži se šípů. И он так интенсивно думает обо мне, что я не могу ни на секунду забыть его. Он о мне так интенсивно přemýšlí, že na něj nemůžu ani na okamžik zapomenout. Так проявляется пристрастность Кришны к своим преданным. Так se проявляет наклонность Кришны к своим отданным. Но не только так. Але не jenom takhle. Что значит, что о вас думает Верховная Личность Бога? Это знаменует, что у вас премышленнейшие особы с Господом. Кришна не только думает, он еще действует. Кришна на одном премышлен, а так и кона. Посмотрите, весь духовный мир Вриндавана, который для нас, как кажется, такой недостижимый. Подвигаемся, например, на духовный свет Вриндаван, который с нами вияш, недостижительный. Там Кришна бегает. Удовлетворяя желания своих преданных. Там Кришна бегает, а пани толги своих отданных. Там Кришна действительно расстраивается из того, что его мама недовольна им. А там все Кришна доправды злоби с тем, что мама с ним не спокойна. Там Кришна делает все, чтобы заслужить прощение Шримати Радхарани. Там Кришна делает все, что можно, чтобы си získал отпущение от Шримати Радхарани. Так он проявляет свою пристрастность. Так он проявляет свою наклонность. Более того, даже не только во Вриндаване, Кришна везде проявляет свое пристрастие к преданным. Не только во Вриндаване, но вполне всюду Кришна проявляет свою наклонность к отданным. Если мы вспомним, очень много игр Шримад Бхагаватам подтверждает это. Если вспомним, так Бхагаватам есть спусту, лил, которые это подтверждают. Например, Пахтани молочного океана. Да, слоуками молочного океана. Помните эту игру? Помните на эту забаву? Это удивительно, потому что от самого начала и до конца вот, можно читать и поражаться, насколько Кришна пристрастен к полубогам. Прекрасно тем, что от начала до конца, если что-то читать, так что можете удивовать, насколько Кришна наклонен к полубогам.
А с самого начала они пришли и обратились к нему. Что же делать? Кришна, помоги. От самого начала они пришли за Кришной, пытались, что вам делать, Кришна, помоги нам. И Кришна сразу же начинает вступать в эти отношения. А Кришна окончательно начинает вступать в эти отношения. Так, сейчас будете пахтать, вы сначала подойдите к голове змея, подойдите, возьмите за голову, а демонам останется хвост. Он říká, так вы нежи будете к тому гаду, а будете але к голове того гада, а тем демонам зустане отсас. Но демоны, увидев, что вы взяли за голову, а лишь демоны увидели, если того взяли за голову, они, естественно, с ней согласятся. Но там же тебе руки. Они скажут, что вы всегда выбираете самое лучшее, поэтому отдайте самое лучшее нам. Вы всегда выбираете то наилепшее, так дайте то наилепшее нам. И все произошло в точности так, как Господь предрекал. Přesně se to všechno odehrálo tak, jak to Krišna předpověděl. I Krišna, tam vy souhlasíte na chvost, souhlasíte. Ale potom se potom souhlasíte. I vot, když oni poptali, když to plamě, ohnivé plamě, začalo zrgat démon, démony byli žestoko opálené. A když potom začali sloužit oceán, tomu hadovi začali vycházet z plamy ohnivé plameny, tak ty démoni byli krutě popáleni. A polubogi stali не тронутыми. А полубозы зустали неткнутыми. Очень много лил. Когда Кришна явился как Мохини Мурти. Потом се объявил Кришна как Мохини Мурти. Как он все организовал. Это все защитил. Чтобы своим преданным дать этот нектар. Аби дал всем отданным этот нектар. Кришна везде, в каждой игре он проявляет пристрастие к своим преданным. Кришна всюду, а в каждой своей забаве проявляет наклонность к своим отданным. Это его как бы, качество, это его властность, которое присуще личности любящей, которая патри особе, которая мирует. И вот здесь в Бхагавад-гите может показаться, что достаточно, кто-то может сказать, ну это сухо, это просто только философия. Никто может здесь ему сказать, что это сухо, что это просто философия. Но если мы читаем вот этот текст о Самбритхи, тот, кто непрестанно помнит меня, сможет легко прийти ко мне, ибо он все время служит мне. Ale když čteme tento verš o synu Prity, pro toho, kdo na mě vždy bez odchýlení vzpomíná, jsem snad dosažitelný díky jeho neustále oddané službě. Jestli vy posmátrite na komentáři Šrila Prabhupády, v konce on začíná mluvit o předaných, o Krišně, o pěti rasách, pěti formách vzájemnotnošení. Na konci toho komentáře Šrila Prabhupáda začíná mluvit o oddaných, o pěti rasách, o pěti různých druzích vztahů. A neutrálních vzájemnotnošeních, vzájemnotnošeních družby, rodičských vzájemnotnošeních, vzájemnotnošeních lůbí. O neutrálním vztahu, o vztahu jako služebník, jako přítel, jako rodič nebo jako milovaný partner. Šrila Prabhupáda píše, čistý prijatný, jakomu by z těch typů on ne přinadležal, neustále sloužit Vrchovnému Gospodu. A Prabhupáda píše, každé z těchto nálad je čistý, oraný, vždy nepřetržitě zaměstnán transcendentální lásku plnou službou nejvyššímu pánu a nemůže na něj zapomenout. Как чистый преданный ни на мгновение не забывает Верховного Господа, так и Господь ни на мгновение не забывает своего чистого преданного. Так как чистый оданий не может ни на окамжик запомнить на Найвищего Пана, Найвищий Пан не может ни на окамжик запомнить на своего чистого оданного. Это великая милость. Это ужасное пожегнание. Которое удостаивается тот, кто идет путем сознания Кришны. Которое приносит процесс развития ведения Кришны. Говорит, если ты помнишь о Кришне, Кришна тоже помнит о тебе. Je řečeno, že pokud ty myslíš na Krišnu, tak Krišna určitě myslí na tebe. Поэтому не сомневайтесь в этом. Proto se o tom nemějte žádné pochybnosti. То есть, когда вы повторяете Харе Кришна Махамантру, не сомневайте то, что Кришна слышит это. Takže když opakujete Харе Кришна Махамантру, так непохybujte о том, že to Кришна слышит. И поэтому эту Харе Кришна Махамантру вы можете повторять в особенном настроении. Takže tohleto Харе Кришна Махамантру můžete opakovat v ostatním svým osobním specifickým náladě. To nastrojení, služení. Náladě služby. I jakže opakovat nastrojení služení? A jak opakovat náladě služby? Jak vy думаете? Co myslíte? Вот что значит повторять настроение служения? Вот как я это повторяю, это же мои круги. У нас такое, может быть, отношение. Мои круги, я их повторяю. Это мой кончик, я их упакую, так и ставлю службы. Но какова цель? Какие цели?
У нас может быть цель, ну, вкус обрести к повторению. Ну, так мы можем иметь треба цель získать хоть к тому, о чем думаем. Я должен привязаться к повторению. Мусим сочипнуть к тому опакованию. Я жду, что когда же я привяжусь. А чекаем, уже на то, если к тому чипнутам. Я слышала в одной лекции, как Гуру Махарадж рассказывал о том, что преданные, два преданных разговаривали между собой. Я сам слышала в одной лекции, Махарадж там личил разговор неких двух, о них. И один преданный спрашивал другого. Он спрашивал того другого. Ну вот как обрести вкус, как? Как získать ту хоть? А другой преданный отвечает. Я вообще не знаю, каком вкусе ты говоришь. Я вообще не знаю, как это повторять. Я, говорит, я повторяю просто, чтобы Кришне порадовать. Я попакую про то, чтобы потешил Кришну. Я не знаю, какой вкус должен быть или нет. Я не знаю, какая вкус должна быть, нема. Просто вот такое у меня настроение. Так, такого надо должна быть. Я повторяю просто, чтобы удовлетворить Кришну, порадовать его. Попакую про то, чтобы потешил Кришну, удал ему радость. И это все. Это вообще. Я не жду даже вкуса. Я до конца начекаю, а не на ту вкус. И вот удивительно, когда я не жду, ужасная любви, что начекаю. Когда у меня есть шанс обрести. Так потом мам и шанс обрести. Когда я это делаю, чтобы просто порадовать его. И что делаю именно про то, чтобы потешил. Не для того, чтобы что-то самому получить от этого процесса воспевания. Но и про то, чтобы сам это взыскал от этого процесса воспевания. И вот в таком, когда человек у настроения действует, выполняя любое служение. Пока человек одна в таковой наладе при выполнении какой службы. Конечно, говорит, я не могу просто забыть этого человека. Так, значит, я не могу на такого человека запомнить. Не получается. Не даже сам это. Я готов сам бегать лично, исполнять его желание. Охотный сам особенно бегать, чтобы исполнить его желание. И вот к такому уровню нас пытают, вот к такому совершенству нас пытается Шрила Прабхупада привести. К такой доконалости нас снажит довести Шрила Прабхупада. Если вы почитаете комментарии Шрила Прабхупады, это не какая-то сухая философия. Если будете читать комментарии Шрила Прабхупады, то это не жадная сухая философия. Это как бы наука любви, наука взаимоотношений. Это наука о ласке, наука о взаимных связях. Очень теплые комментарии. Велиця вжала комментарии. В которых он говорит, пожалуйста, просто помните Кришну. Вектори Рика, просим его, мыслите на Кришну. Просто берите этот простой метод, повторяйте в этом смиренном умонастроении, желая удовлетворить Кришну, и вы достигнете совершенства. Примите туто духов методу, а иному в покорной наладе соснажьте спиванием порешить Кришну, а тем досягнете доконалости. Представьте себе, Кришна даже плачет на нас. Представьте себе, Кришна до конца и плачет. Если его преданный не удовлетворен или расстроен. Покуда его одарный на ней спокойный, либо разрушен. Конечно, мы говорим о особенных преданных. Само же мы говорим о неких специфических одарных. Но просто через них мы можем видеть, каков он, как он откликается на отношения. А с крызанием можем видеть, как он, как он реагирует на встань. Потому что у них есть к нему отношения. Же они с ним мои неких страх. Один раз Кришна и Шримати Радхарани были вместе. Jednou Шримати Радхарани и Кришна были сполу. И Кришна подумал, ну как? И они вместе, они наблюдали за полной луной. А они со сполу дивали на месяц упоньку. Прекрасная, полная луна. Ну, такой прекрасный упоньк. И Кришна подумал, ну как же мне удовлетворить Шримати Радхарани? Кришна помыслил, как бы могло потешить Шримати Радхарани. И он сказал, Радхарани, ты знаешь, твое лицо так прекрасно. Он же сказал Радхарани, Радхарани, видишь, ты маешь так прекрасную тварь. Твое лицо подобно этой луне. Твое твоя тварь все подоба тому-то месяцу выпадку. И почему это Радхарани подумала, что же Кришна имеет в виду? Ты Радхарани все равно что ты мыслишь. Она посмотрела, подивилась на месяц. И она увидела, что на луне пятна. А увидела по месяцу. И она подумала, что Кришна говорит, что мое лицо пятна? Экстазы, а не было зарадостной налады. И Кришна плакал, что Шримати Радхарани чувствовала, что слезы Кришны горячи. А когда Кришна плакал, так Шримати Радхарани чувствовала, что ты его
слезы сол теплые. Он действительно очень переживает. Это значит, что он правда очень проживал, что это было тяжело. Если вы поедете во Вриндаван, то там есть это место. А если поедете во Вриндаван, так там и такое место. Место, где Кришна плакал. Место, где Кришна плакал. И вот такие качества он проявляет со своими близкими, например. А такое властности он проявляет со своими близкими, одаными. И еще Прабхупада говорит, что, конечно, мы еще не входим в число. А Шрила Прабхупада сказал, что, конечно, так мы все до того еще как мы западаем. Но благодаря Господу Читания мы можем оказаться в числе этих близких преданных. Díky panu Čajdanovi, tak se můžeme ocitnout v blízkosti těchto blízkých jeho odaných. Šrila Prabhupada uvádil, že Šrila Rupa Gosvámi podčeknul osobné качество Господа Читания. Šrila Prabhupada říkal, že Šrila Rupa Gosvámi podtrhnul takovou specifickou vlastnost Rupy Gosvámi. Dámu Mahavaně. Что он очень милостивый. Пана Чайтани, что велико милостивый на Махавадханьяя. И в чем его милость заключается? А в чем спочивает его милость? В том, что он дал этот метод. Что он дал эту методу? С помощью которого каждый может обрести прему. Помощью которой каждый может достигнуть премы. Чистую любовь к Богу. Чистую ласку к Богу. И этот метод позволит нам приблизиться к Кришне настолько, что мы увидим его эти удивительные качества, в том числе качество пристрастности к своим преданным. Эта метода нам поможет приблизиться к Кришне так близко, что мы можем видеть его властности, а специфически эту властность, наклонность к своим преданным. И когда мы видим эти качества Кришны, наша естественная привязанность к Кришне усиливается. А когда мы видим эту властность, когда мы видим эту властность Кришны, так все та наша припутанность засилует. Да. И еще хотела бы вспомнить одну историю, которая также описывается в Шримад Бхагаватам, или ровнеч попсана в Шримад Бхагаватам, о состоянии сознания, которая говорит о состоянии сознания, о важности. О důležitosti vědomí. O důležitosti stavu vědomí. Pomněte ten příběh, jestli já něco netočně řeknu, vy mě napomněte. Asi máte ten příběh, kdybych řekla něco nepřesně, tak mi připomeňte to. Že jeden brahman střetil 4 člověka. Brahman potkal 4 různé lidi. Středí kterých byli. Mě byli. Брахмачари, Брахмачари, мясник, резник, да. Святой. Святой. Царь. И царь. Да? Святец, а принц. И разные виды наставлений, которые он дал. А в том разные другие похвилы тем Брахмана дал. Да. Первого, кого он встретил, это был царевич. Так первый, кого он подхватил, это был там принц. И он может, какое наставление, да, он ему сказал, живи и не умирай. Как ему дал покин, дал, сказал ему, живи, а не умирай. Потом он встретил мясника. Потом он подкал жизника. Сказал, для тебя лучше не жить и не умирать. Про тебя было лучше, ани не жить, ани не умрить. Потом встретил брахмачари. Потом подкал брахмачарину. И сказал ему, сказал ему, для тебя лучше умереть прямо сейчас. Про тебя было лучше умрить прямо теперь. А потом встретил святую личность. А потом подкал светиться и сказал, а ты можешь жить, а можешь умереть. А как ты можешь жить, либо умереть, как себе прежде. Этот пример показывает, дает нам возможность поразмышлять о том, почему эти наставления были даны, с чем это связано. Пример нам уже дает возможность замыслиться над тем, почему эти покины были даны. Тимто способом, как это ма контекст. Какую разницу увидел этот брахман в этих четырех личностях? Какое разделе видел этот брахман в этих четырех особенностях? И разница это в состоянии сознания. А там разделе я достал ведомый. Почему он сказал царевичу, для тебя лучше жить, но не умирать? Потому что потом в принципе, что про тебя лучше жить, а не умирать. Помните?
Потому что у него такая богатая была жизнь, что как бы он все богаче, естественно, на то и стратил, а когда живет, если он умрет, значит, ну, получается, у него уже ничего нет, чтобы следующую жизнь заниматься такой же хорошей. Ну, приблизительно так, то, что сейчас ты наслаждаешься плодами своих хороших, он наслаждался плодами своих хороших. Тобто ти власне уживаєш плоди якогось добродання. А потім ти должен будеш отримати інші плоди. А потім будеш мусити роздати інші плоди. Поэтому для тебя лучше не умирать. Про тебя вообще не умирает. И второй был весни. А там друг это на жизнь. Для тебя лучше не жить и не умирать. А, вообще, про тебя вообще не жить, а не умирать. Потому что сейчас твоя жизнь это ад, и после смерти тоже самое будет. Для твоего жизни это пекло, а по смерти это так и пекло. Потом брахмачари. А потом брахмачари. Брахмачари, он что сказал? Сказал, для тебя лучше жить. Наоборот, умереть прямо сейчас. Поэтому брахмачари может быть, потому что было лучше, если бы умерла на день. Почему? Потому что потом он женится. Правильно! Потому что он женится, правильно. Да, потому что что состоит ашрам брахмачари? Это значит, что когда как брахмачари он находится в лотосном столе, духовному учителю. Что когда же брахмачари, этот ашрам брахмачари, значит, что он в тот окамжик находится у лотосового духовного учителя. И значит, он максимально погружен в преданное служение, сосредоточен. А я максимально погружен в преданное служение, максимально сосредоточен. Но потом может случиться то, что Вася предрек. Он может жениться. Может се оженить. Различные заботы могут его сознание захватить. Разные, можно его особенные старости уже облегнить его ведомым. И он будет уже не так погружен в приятное служение. А уж не будет так погружен в приятное служение. Его концентрация не будет столь велика. А его концентрация уже будет так велика. А может быть он даже забудет. А может даже и до конца запомнит. О цели жизни. На цель жизни. Поэтому сейчас лучше умри, вот прямо сейчас. Просто наверное, годы весь уже правит. И потом последний у нас был святой. Потом последний там был святец. Преданный, уданный Господа. И его наставление было таким, ты можешь жить, а можешь умереть. А ты пока не можешь жить, а можешь замрить. Почему? А проб? Потому что... Да. Потому что для святого нет значения, если он живет или умер. Он уже освобожденная личность. Ну, и так он с Кришной. Да, он самая главная фраза. Же про оданного не будет, если жив или мертв, потому что уже освобождение пожар, так и так и пожар с Кришной. Да, Кришна прана море. Потому что он сейчас занят преданной службой, а потом он будет занят преданной службой. Же тогда заместо него на службе, а и потом будет заместо него на службе. Поэтому для него нет разницы. Там не жарный разлик. И вот почему мы этот пример вообще в принципе приводили? Почему мы выставили этот принцип, как вы тогда там например уважили? Здесь Кришна говорит: тот, кто непрестанно помнит меня. Если Кришна говорит, кто на меня устало вспоминает, может легко прийти ко мне. Так и мне может легко прийти. Его жизнь, она именно является жизнью святого. А его живот и животом свят. То есть сейчас он с Кришной. Где с Кришной? Через то, через процесс памятования, через смарана. Через процесс вспоминания, новый процесс смарана. И потом он, Кришна обещает, он сможет легко прийти ко мне. А потом, если бы Кришна может, ему так и слабо прийти. Вот и все. Поэтому. Так это все происходит. Как вас это все происходит? Поэтому для преданного, для него нет никогда плохих результатов. Проданного не есть ни жадные, шпатные мысли. И поэтому Шрила Прабхупада всегда так подчеркивает это преимущество бхакти-йоги над всеми другими методами. Потому что Шрила Прабхупада всегда подтверждает надрезанность бхакти-йоги над всеми остальными другими йоги. Он говорит, что и здесь ты всегда будешь любимым сыном Бога, и потом. Он говорит, тогда а ты все милованным сыном Бога, а потом так и будешь. Потом ты можешь обрести его личное общение. А потом можешь získat jeho bezprostřední kontakt s ním osobně. Krishna se bojí za svých oddaných. Krishna se stará o své oddané. I dnes je taková u nás... Изначально мы хотели другую тему немножко затронуть сегодня. Dneska my jsme se původně chtěli věnovat trochu jinému tématu, nebo dotknout se jiného tématu.
Ну, я думаю, что мы это еще сделаем. А я думаю, что мы это еще сделаем. Не сегодня, а в следующий раз. Не днес, але příště. Но нам также показалось, что очень важно снова и снова говорить о качествах Кришны. А сдалось нам důležité знову a znovu говорить о vlastnostech Krishny. О понимании того, что Кришна является личностью. О похопении того, что Кришна є особою. Потому что без этого понимания процесс пуст. Потому что без этого похопения этот процесс праздный. Без этого понимания наша мантра пустая. Без этого похопения наша мантра праздна. Поэтому нам нужно снова и снова слушать о том, что Кришна личность, что он имеет, обладает определенными качествами. И для нас сейчас самое близкое это слушать о том, что он вот именно так наклонен к своим преданным. Že musíme pořád poslouchat o tom, že Krišna je osoba a že má různé vlastnosti a pro nás je velice taky důležitá ta vlastnost, že je nakloněný svým oddaným. Protože to může nás silně vdechnout. Že to nás může velice silně inspirovat. My už jak-to zatrakovali tu tému. My jsme se tohoto tématu už jednou tak zhruba dotkli. No, mě kažete, že to je dlouho snovu o tom mluvit. Ale myslím, že není špatné o tom zase mluvit. Byl takový primér? Такой příklad. Еще один, чтобы у вас какие-то такие моменты остались. Почему Кришна заботится о своих преданных? Тоже. Кришна старался свое отдаление. И еще раз подтверждение то, что он личный. А то, заново показывает, что я Кришна особа. Пример с Акбаром и Бирбалом. С Акбаром и Бирбалом. То есть, что Акбар был царем. То есть, Акбар был крал. А Бирбал был его советником. А Бирбал был его рядце. И вот Бирбал как-то сказал Акбару. Ну, Бирбал сказал Акбарови. Вот Кришна приходил как личность. Кришна пришел как особа. А Акбар не мог с этим согласиться. А Акбар с ним не мог согласиться. Потому что он мусульманин был. Потому что он был муслим. Ну, трудно эту личностную концепцию было принять. Потому что про него было обтяжно примовить эту особую концепцию. И он говорил, что, ну, зачем ему это надо? Что бы с того мели? Это же Бог. Это Бог. Зачем ему приходить сюда? Почему бы мне всем ходить? Из-за своих преданных, сказал ему Бирбал. Бирбал ему ответил, ну, коли с ним одним. Но зачем ему приходить из-за своих преданных? У него столько энергии. Ему стало ходить за своими одним ритмом, он столько энергии. Это как-то нелогично. Это как-то нелогично. Зачем? Проч? И Бирбал сказал, ну подожди, я тебе потом отвечу. Бирбал говорит, почки, я тебе потом отвечу. И вот один раз Акбар пошел на прогулку. А едно ушел Акбар на прохаску. И в этот момент его сын бегал по лужайке. А, по лужайке. Ну, бегал по ловце. А, да, его сын там бегал около по ловце. И там был пруд. Там был пруд. Пруд — это озеро. И этот маленький ребенок свалился в озеро. А этот маленький хлопец падал до воды. И говорит, что Акбар, увидев это, он сразу же все свое оружие все с себя отбросил. А речено, что этот Акбар окамечил за себя все, но стрягал все свои збрания. И быстро прыгнул в это озеро, чтобы спасти сына. А Рихла скочил до того озера, чтобы сохранил своего сына. Вытащил его и говорил, ты мой дорогой, любимый. Ничего, все хорошо. И говорил, мой дорогой, милованный, все в порядке. И тот Бирбал. А тот Бирбал. Вот видишь? Видишь? Он говорит, а что? А он говорит, что? Ну а зачем ты в озеро-то прыгнул? А просто скочил до того озера. Говорит, ну сын здесь мой. Ну где мой сын? Говорит, ну что ты что, не видишь, Акбар? Тут же твоя свита вся. Супак Акбар не видит, что маешь тебе всюду кроме свой допровод. Зачем ты сам лично прыгал в это озеро? Проч ты си сам особенно скочил в это озеро? Кто угодно мог прыгнуть и спасти твоего сына. Кто кого там мог скочить и захранить твоего сына? Вот так же и Господь. Если не так и Бог. Он лично заботится о своих преданных. Он се особенно стара о своей отданной. Как отец заботится о своем ребенке. Как се отец стара о своей дитя. Да, он беспристрастен. Оно, я не странен. Но для тех, кто единственное своим прибежищем считает его лотосные стопы, он является пристрастным Господом. Але про тех, кто за свое единое уточище поважує лотосовые ноги, так тем он хова наклонность. И когда мы не нуждаемся в Кришне, отворачиваемся от него, тогда он говорит, ну хорошо, если ты не хочешь, тогда будут энергии мои заботиться. Když my se odvracíme od Krišny a nechceme ho, tak
Кришна говорит, хорошо, так теперь о тебе будут стараться мою энергию. Но заметьте, тоже заботятся они будут о тебе. То есть Кришна заботится так или иначе. Же Кришна все стара так чи так. Ну, иногда эта забота такая строгая. А нигде это печет по некуда такая общественная. Кажется, что слишком, это даже слишком. Естественно, мы знал, то учит трупу Но, как говорится, когда преданные уповают только на Господа, Господь готов сделать все, что угодно. Але покуда ты отданный упнутый пузо на Пана, так Пан охота сделать все угодно. Потому что Кришна никогда не разочаровывает. Же, Кришна никогда не разочаровывает. Кришна никогда никого не скламывает. Да. Это тоже очень важное качество. Я так и велика дружба в ласке. Кришна не разочаровывает. Же Кришна никогда не скламывает. Поэтому у вас нет того, что вы могли потерять. Вы же не могли это встретить. Можете смело идти по пути бхакти-йоги, который описан, указывает здесь, в комментарии Шрила Прабхупады. Смело идти по пути бхакти-йоги, которая здесь описана в комментарии Шрила Прабхупады. И в завершении, она зовет, хотела бы также поделиться вот преданные. Очень милости они подарили мне книгу. Если бы хотела поделать, она несу велице милости, подарила мне книжку. Называется «Последний экзамен». Она сама не последняя скучка. Очень хорошая книжка. Это вот спекная книжка. Ну, правда, прочитала это. И вот из истории, которую я прочитала, почему ты лицом прочитала? Тоже просматривается благодарность Кришны. Кришна при страстных самопреданных. Кришна ковала наклонность на своем удалении. Там рассказывается история о маточке, которая оставляла тело. Маточке, которая опустила тело. Ну, собственно говоря, вся книга «Последний экзамен» да, о преданных, которые оставляли тело. Говорит, да, так целая книжка о данных, которые опустили тело. И эта история она рассказывала о том, это была учительница русского языка, литературы. Это příběh о jedné odané, která byla učitelkou ruštiny a literatury. И интересные моменты. Там заимовая окамжик. То есть там много всего можно взять из этих историй, но я какие-то моменты отмечу. Там со стих příběhů zdá vzít hodně toho, ale já tady řeknu konkrétně mám některé věci. Там описывалось, как они соблюдали садхану преданные. Это было еще начало, это были 90-е годы, начало 90-х. Там я описала, как они додерживали садхану, это было еще начало 90-х. И эта история, эту историю рассказывает дочь о своей матери. А ты начинаешь выправить царя о своей матце. И она говорила о том, что моя мама была невероятным примером. Моя матка была неуважительным прикладом. И вообще у меня три главных человека в моей жизни. Это моя мама, Шрила Прабхупада и мой духовный учитель Индрадьюмна Свамихараджа. Три главные люди в моем животе. Моя мама, Шрила Прабхупада, а мой духовный учитель Индрадьюмна Свамихараджа. Которые меня вообще вдохновили, которые мне указали дорогу, куда я должна идти. Которые меня инспировали, которые мне указали цесту, куда сюда. Я говорила, что моя мама была невероятной, потому что каждое утро она вставала в 2-3 часа утра. А, значит, моя мама была неужитая, она каждый день вставала в 2-3 часа. Она вставала и сначала повторяла свои круги. Значит, отчитывала свою джапу. Потом она делала арати. Потом делала арати. Утреннюю программу и арати. Программа арати. И мне понравилось, она описывает, как они арати делают. Мне следила, как она описывает, как делают арати. Она говорит, у нас не было никаких параферналей. У нас был просто такой подсвечник из старого, такой какой-то шар с тычечкой такой. Такой свитенок, такой коурей с такой пичкой. И вот мы петелек насаживали. Насадили эту лампочку. И предлагали панчататы, мама предлагала. А мама то обетовала панчататы. Мне понравилось про цветы еще. А потом я садилась, что там читала о кветах. Она говорит, зимой, когда цветов не было. Еще в зиме не были жалные китки. Или у нас не было денег, чтобы их купить. Либо мы не имели пениза, если мы купили. Мы изготавливали цветы. Мы радовали цветы. Из бумаги. С папиру. Или из
такого цветного целлофана. Она просто попала такого барабанного целлофана. И она говорит, что моя сестра их брызгала духами или каким-то маслом. Моя сестра испекла воняшками, но была другим оловом попила. Ну и там так написано в скобочках, потому что Кришне нельзя предлагать цветы без оловы. Завтра тебе написано, потому что Кришна мы себе не можем обетовать цветы, которые не вони. И вот она говорит, ты каждое утро эти цветы мама предлагала. Еще каждое рано мама тебе эти цветы обетовала. Почему я об этом рассказываю? Потому что потом это интересно связать с уходом человека. Что взаимное потом споено с ним отходом до человека. И ты понимаешь, что Кришна принимает все от искренних преданных. Принимает все от упрямых отданных. Вот эти цветы из целлофана цветного, побрызганные духами. Я даже представляю в советские времена, что там были за духи. Květy z barevného celofánu postříkaný těma voňavkama. Já si bylo představit těch sovětských divák, co to bylo za voňavky. I když vredná stavila své tělo, ona umírala od raka. A tady ta matáči, ona umírala na rakovinu. Ona byla plně soustředěna na vrednom služení. A když opuštěla tělo, tak byla naprosto soustředěna na ovnou službu. Já tam daži, jeden raz ona písala, když už nemohla govorit, ona začala písat. A potom ona, když už potom nemohla mluvit, tak začala psát. I ona napsala, značit. A napsala, takže? Krišna i Balarama v klečitých žiletkách. Krišna a Balarama v koskovaných žiletkách. I ona napisala to, co ona viděla. Koskovaný košilí? Taky vestičky. Jo. Krišna a Balarama v koskovaných vestičkách. И они стоят рядом с одной девушкой, которую они уже излечили от рака. А они стоят ведле одной холки, которая уже вылечили от раковины. И эта девушка говорит, почему ты не можешь вылечить и ее? А та девка септа, почему не можете вылечить и ее? А Баларама смотрит на Кришну и говорит, и действительно, почему? Баларама си дива на Кришечка, ну и обласне, почему не? Кришна отвечает, в этом нет необходимости. Кришна чекает, это не потреба. Нужно привыкать к общению. Мусиме си звикат на то, что се будем сдруживать. И вот такая вот зарисовка, такая история. Зарахида чибе. То есть она действительно в этом состоянии, она была в сознании, то есть она не в каком-то бреду находилась. Не в бреду. Не в бессознательном состоянии. Она была в всеведомой, не была в неком безведомом, или же бы там какая-то галлюцинация, или бы шилила. Но она действительно сосредоточилась на Кришне, она видела. А правда, когда она смотрела на Кришну, так видела? Она была без страха, потому что она не боялась. Она себя не бала. А оставляет тело. Опустит тело. И это к нашей теме о том, как Кришна пристрастен к своим преданным. То есть это нашего тема, то есть как Кришна наклонен к своим преданным. Понимаете? Он принимает все. Он принимает все. Ему вообще не важно, из чего состоит это подношение. Про нее не důležité, из чего то та обед се склада. Он берет вкус из сердца. Он берет хоть за сердце. Он берет эту любовь, эту искренность. Он берет ту ласку, а упрямость. И принимает ее. Принимает ее. И потом он так принимает, что он готов просто сам прийти и сказать, привыкай к общению. А принимает так, что потом он охотен сам прийти и жить, звикайся на то сдруживание со сполучением. Ну, то есть увидимся скоро. То есть, просто все увидим, моими словами. Понимаете? И там эта вся книжка, она посвящена вот этим историям, как преданные уходили. А целая эта книга вернует тем прибегам, как они отказали. И очень много таких моментов. Я много таких окамжик. Вот совсем недавно мне тоже рассказывали преданные, что одна матаджа оставляла тело в Майяпуре. А недавно мы выправили Одане, одна Одана опустила тело в Майяпуре. И она начала говорить мужу. Начала рикаться мачевоми. Она говорила, что я видела Кришну. Říkala mu, já jsem viděla Krišnu. I Krišna mi řekl, pojďme se mnou tancovat. A Krišna mi řekl, pojď, budeme spolu tančit. No, muž neobrátil na to vnímání. Ale ten manžel se toho nějak nevšiml. No, on přijedne, no, potom může být, že to teda, neznám, pokazalo. Pokazalo.
читала. Ну, то есть, мало ли что может причудиться. И как-то он сначала не придавал там вообще особенного значения этим словам. Значит, он там мозг не брал важнее, кто эти слова. Ну, потом через какое-то время она сказала, что я пришла Шримати Радхарани. Потом на какую-то пришла Шримати Радхарани. И она сказала мне, ну, ты Кришне отказала, но мне отказать не можешь. А же сказала, что Кришнове си далеко, что мало мне дам, не можешь. Нет, не можешь отказать, я прошу тебя, пойдем с нами танцевать. Не, не можешь отмигнуть, так я тебе просим, пойдь, будем спору танчить. И она это тоже рассказывала себе. А, то так и сказала своим манжелам. Вот, и я говорю, что тело она оставила в день празднования Радха-ятры. Ну, ця танця раса, у Раса-ятри. Потом, чечено, же тем, то своє тіло опустила, тому Раса-ятри. День, когда как раз празднується танец Господа и Гопи. Там день, где се слави танец Пана и Гопи. А вот эта матерь из книжки, вот о которой я уже рассказывала, ее, кстати, звали Йогини. А та матерь из книжки, вот из моего учителя, как собирала Йогини. Да, она тоже говорила, что в моменты, когда испытывала самую сильную боль. Она же сказала, что цитила ту наивечью болость. Она видела, что она идет с какими-то очень прекрасными девушками по берегу реки. Прекрасном месте удивительном. Так она сказала, что видела, как с некими девками по берегу реки на неком прекрасном месте. И несмотря на то, что эта боль была, но было и такое утешение, как надежда. Не хватит, что имела такую болезнь, так там была такая, такая утеха. И это все, все эти истории, как такое вдохновение. Потому что в этот момент, вот в эти такие самые критические моменты жизни, когда человек ощущает Кришну, видит его непосредственное участие в своей жизни, или просто слушает об этом, начинает понимать, ну Кришна — личность, я могу ему довериться. Чтобы человек в такой летящий окамлитель живота чувствует Кришну близко, или слышит эти припеки, так начинает привычать, но он и Кришна оправду особа, я сам уже оправду оразду. Я тоже могу. Я так и могу. Это очень большое вдохновение. Это великая инспирация. Поэтому все Шримад Бхагаватам, нам для чего? Для вдохновения, чтобы мы читали эти истории, понимали на этом примере, что Кришна может также проявляться и в моей жизни. Шримад Бхагаватам, эти прибеги в нем так и сол, тому, чтобы мы похопили, что стене на тебе Кришна сам уже проявит в моем животе. То есть Кришна для каждого. Что Кришна про каждого. Для каждого тот единственный Господь. Что про каждого то это медийный пан. И Господь Читание говорил, ты навеки останешься Господом, которому я поклоняюсь. Так вот он Господь, которому я поклоняюсь для каждого. Что пан Читание сказал, ты всегда будешь тем паном, которому я буду всегда кланять. Кришна там пан, единый пан про каждого. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь. Кто запросил, не бойтесь. Это были истории для вдохновения. Чтобы я их инспирации. Потому что Кришна не оставляет никогда. Чи Кришна нигде никого не опущит. И тот, кто непрестанно помнит его, сможет легко прийти к нему. А тем, кто не устало вспоминает, а тем, кто не уже снадно дает. Ибо Кришна, он все время служит мне. Потому что, как говорит Кришна, он меня устало служит. То есть служение, оно вот в этом и заключается. То есть в том и власне там ключ в той службе. Вот в том, о чем мы думаем. В том, о чем примышляем. Что угодно мы можем делать, но вопрос о том, что у нас в сердце. Можем делать цоколив, але отаска, что мы в сердце. И вот если в нашем сердце Кришна, то все, это совершенство. А покуда в нашем сердце Кришна, так то и доконалось. Уже не к чему больше стремиться, нечего желать. Уж все не мусим о ничьих усиловать, уж все не мусим о ничьих прятать. И если мы этим заинтересованы, вдохновлены, мы должны попробовать этот метод воспевания. Pokud máme zájem a jsme inspirováni, tak bychom mohli vyzkoušet tady tu metodu zpívání. I buď uvěřený, Krišna, který zpětuje náklonnost, obязательно pomůže. Buďte si jistí, že Krišna, který pocituje náklonnost, tak vám určitě pomůže. Hari Krišna. Pořádce, jestli vás jsou jakéto otázky, doplnění k tomu. Jestli máte nějaké otázky nebo doplnění tady k tomu. No tady no tam prostě významu, že nebo sami, že všechny ty rasy, že prostě slouží Krišnovi neustále, ale mě zajímalo, prostě ta neutralita, že už máme ten, tu šantarasu, to mi to připadá jako, že my budeme třeba nějaký strom, nebo
Prostě myslím, že tam prostě jako, není moc služby, nebo takhle, no, jako, že jenom já prostě jako existuju, a to, že existuje a já to toleruju, a prostě... Můžu k tomu teda, já jsem to včera poslouchala, že náš ušli Prabhupády, mu dává příklad, já sedím na Vyasasanu, on mě tady slouží tím, že mě drží ten Vyasasan, a to je právě příklad služby jakoby v neutralitě. Šantarase. Potom Dasya, když mi někdo přinese nějaký ovoce, tak mě chtěl potěšit, se mi slouží, pak rozvíjí, ale to právě jo, ale nevím, že tam jako 24 hodin není. Это мы только так себе представляем, но что с деревом? Что оно вот стоит себе и стоит? Так что с тем стромом? Он всегда просто стоит. А говорится, что Кришна входит в лес Вриндавана. Значит, чем Кришна вступает в лес Вриндавана? Он подходит к каждому дереву, гладит его, обнимает и говорит, ну как ты, дорогой, как ты себя чувствуешь, как? Все ли хорошо? Так приходит к тому каждому строму, обнимает его, гладит, и говорит, так что, дорогой, как се маешь? Каждому цветочку он говорит, ты счастлив, удовлетворен? Каждому тому квітку říká, jsi šťastný, jsi spokojený. Já mám to, že ve Vrindávanu přímo jako stromy mají Dasya rasu, ne neutrální. Čo máme o ty stromy ve Vrindávanu, že mají stromy Dasya, jo, si překladám. No. že tam nemají stromy jako tuhletu, tu neutralitu. Když tam je to popsaný, jak to dokumentuje ten Vyšvánček a Lidáku, jak dáme ve Vrindávanu. Já nevím, jestli třeba na Vajkuntě to bude jinak možná, ale... Jedním slovem, že... Je to spíš jako nějaký kámen, nebo tak. V osnovnou tam vůbec tak... Dřevě, jak by... Ну да, да, все раз, то есть они как бы служат, и в то же время есть там и нейтралитет такой. Там тогда все раз, что они служили, там это какая-то нейтралита. Деревья очень большую роль играют. Так же, как и цветы, и лианы, и разные птицы, и животные. Стромы играют большую роль, все именно цветы, лианы, разные звířата, птаки, птицы. Говорится, что они даже, их цветы распускаются на той стороне, допустим, где Кришна. Как вот он идет, и они встречают его, распускаются. Так я же чем на той стороне. Květy rozkvětají na té straně, která vlastně je směrem k tomu směru, odkud přichází Krišna, že vlastně potom ty květy vítají, když přichází. Или они наклонены в ту сторону, где гопи и Шримати Радхарани. Наклонены на той стороне, где є, де є гопи и Шримати Радхарани. И таким образом Кришна может узнать, где преданный находится. Způsobem může Krišna pochopit, kde se nachází ten jeho oddaný. Oni ještě mnoho všeho dají, ty plodov, cvětov, které Krišna i bančky, například pastušky, když hrají. Oni mohou s plodami dřevěv hrát, jak s mečami. A dávají taky květy a plody. A třeba s těmi plody si můžou ty pasáčci hrát jako s... Něco se všichni robí. To tam není. Nitral nějakou všechny. Нет, там такого не, там все как бы полны любви. Что там у нас у всех не полны ласки в Духовном Свете. Так что, допустим, Удава. Удава молился, да? Да. Да, молился. Он говорит, я хочу стать травинкой во Вриндаване. Удава се молил, я хочу стать травой во Вриндаване. Он не молился, я хочу, допустим, стать манджари. Он се молил, я хочу стать травой, он же манджари. Он говорит, нет, я хочу стать травинкой. Я хочу стать травой. Потому что он считал, что это самое лучшее положение. Часто не знаю, это наилучшее поставление. Потому что гопи потом будут бежать, потом и может мне посчастливиться, я пылисы флотосных стоп обрету. Že potom po něm můžou se provinout třeba gopi a když budu mít velké štěstí, tak získám na svou hlavu prach, zvyklou to svůj tělo. Jo, takhle já dosáhnu действительно совершенства. Potom jistě dosáhnu dokonalosti. Já přitom tu любовь k Bohu, tu, kterou oni mají. Dosáhnu lásku Bohu takovou, jako mají oni. Já chci sloužit vot těm předům, které tak lidé Krišna. Chci sloužit těmto odaným, kteří tak milují Krišna. Поэтому tam нет какого-то менее значимого положения. Там на някое мень дюлочке поставили. Кришна играет и с животными тоже. Кришна си так играет с зверятами. С обезьянами. С офицами. Олени. А яленьки. Да. Оленихи влюблены в Кришну. Яленцы уполняют сбожную и Кришну. Да. Говорится, что они даже оставляют своих мужей, идут, и они служат Кришне полными любви взглядами.
tady ty laňky, tak oni tak milují Krišnu, že opouštějí své manžele a slouží mu tím, že ho, na něj pohlížují lásky plným pohledem. Tak oni za něčeho počí ok, na něm prostě tak smotit s ljubovi na Krišnu. To je v tom zakričajíc jejich složení. Jiného dělat nemůžu, ale jejich služba spočívá v tom, že se dívají na Krišnu s lásky plným pohledem. A u Šivati Radharani je domašné životné aleňonek, jeho oblíbený lidský. A Šivati Radharani má taky svého jelínka do, jako osobního jako zvířátka. U Krišny je sabaky. А Кришна ма пыски, еще они у них попугаи, и папушки мои, и да, домашние, как домашние животные. Домашние зверята. То есть все есть в духовном мире. И все мои прикольные. Я как-то спросила преданных. А снег есть? А снег есть в духовном мире? А снег есть в духовном свете? Одна преданная мне сказала, да, и Кришна Шримати Радхарани ходят в шубках. Она мне ответила, ано, а Радхарани, а Кришна ходит в кожищах. Ну, то есть все есть разные вкусы, разные. Что ну там есть разные вкусы. Потому что Кришна источник всего этого. Кришна источник вообще. Все исходит из него. Всякна выходит из него. Это все только отражение той прелести, которая есть изначально в духовном мире. То есть всякна отрастает надгори, которая в том початку, в том духовном свете. Поэтому он очень притягательный. Ten duchový svět je velice přitažlivý. Все то, что нас здесь притягивает, представьте, там это в совершенстве. И плюс там есть личность. To všechno, co nás přitahuje. Tak v duchovní světě je dokonalý podobě, a že tam je osoba, to je to nejhlavnější. Kterou my můžeme любить, která отвечает на нашу любовь. Kterou můžeme milovat, která odpovídá na naši lásku. Это то, о чем каждый, просто каждый мечтает в этом мире. Это то, о чем каждый сни в том-то свете. Харе Кришна. Еще какие-то слова есть? Да. Ну, я хотел сказать к теме, что качество Кришны – это очень сложная тема. Скажи к тому темату, что властности Кришны – это очень сложная тема. Потому что они находятся на абсолютном уровне. Что они на абсолютном уровне. И здесь как бы противоположные качества мы говорили, да? Пристрастность и беспристрастность. А если бы не противоположные властности, а беспристрастность, то она тоже. В одном комментарии Шрила Прабхупада, я не процитирую сейчас точно. В одном комментарии Шрила Прабхупада, там Шрила Прабхупада пишет, я тут не буду цитировать, потому что потому что я два месяца назад читал, я не помню. Какая песня, тоже не помню. Но там Прабхупада целый очерк делает философский на эту тему. Что Кришна действительно беспристрастен. И он там это делает как раз на примере полубогов. Он туда на примере полубогов. Он там объясняет, что полубоги у них большой запас благочестия. И поэтому, что они побеждают демонов, это нет ничего удивительного. Значит, на том, что поражают демоны, на них звучат. Потому что они более благочестивые. Что мои виды сборных чинов. К ним приходит, соответственно, позитивная реакция. Значит, доставляют эти позитивные реакции. С течением времени демоны все время проигрывают. Другого часу эти демоны всегда поражают. Но так как полубоги, они не нишкама бхакта, а сакама бхакты. Уже эти полубоги не сон нишкама бхакта, а сакама бхакта. То есть у них есть какие-то смешанные, да, еще желания там наслаждаться, допустим. Они там еще некие толки, такие, сейчас их ужимают. То поэтому иногда бывают такие случаи, вот как Индра зазнается и не выражает почтение духовному учителю. Потом доставали такие припады, где Индра запомнит, а не сда усту своему духовному учителю. И тогда раз, и как будто удача отворачивается от полубогов. А, то есть раз. Удача отворачивается. А потом то счастье от тех полубогов отворачивается. И они попадают в беду. А приходит на несчастье. Демоны держат вверх. Демоны мои над ними наверх. Ну а потом, так как они благочестивые, они обращаются к Господу. А потому что они сбожные, так се обратят к Богу. Они искренне сожалеют о том, что они сделали. Упрямо ритуют о том, что уделали. То постепенно к ним опять воля и провидение поворачивается, удача. А потом засе поступне воли прозретельности. Конечно, сам Господь, там, ну, через Брахму обычно, они Брахме обычно обращаются чаще всего.
И Брахма уже обращается к Господу. Потом Брахма се уже обращается. И потом он как-то раз решает свою задачу. Потом тогда вырежет целый этот проблем. Вот. Но вот самое важное, что есть, нужно понять, что вот это пристрастие, как я понимаю, из некоторой преданности, оно именно описывает именно вот этих чистых преданных. Что Господь сам лично становится очень пристрастным к чистым преданным. Že tady ta náklonost, jak se tady popisováme, tak jak tomu rozumím já, takže ta náklonost je těm čistým udaným. Может быть, я не прав, но я так это понимаю. Možná se mýlím, ale já tomu tak rozumím. Потому что он Арджуне обещает своему чистому преданному, что мой преданный, преданный подразумевается чистый преданный. Že on to слибо Арджунови, мой уданный. Никогда не погибнет. Тем я мечтал, он чистый уданный. И с Бишмадевой он проявляет это качество Бхактивацала. Когда он говорит, я свой обет готов нарушить, мне без разницы, сейчас я буду сражаться. Я остановлю Бишмадеву. Я клядне порушим свой след, мне это одно, я тачка просто буду воевать, а заставим Бишмадеву. И Арджуна останавливает, говорит, ну нет, нет, не, ты же обещал. А Арджуна останавливает. Тебе нельзя сражаться. Нет, нет, битва такой любви идет. Такая битва ласки. Потому что он очень, он пристрастен к своему преданному. Конечно. Ну, это преданный, чистый преданный. Чистый преданный. А это чистый уданный. Но почему для нас это актуально? А почему это актуально для нас? Потому что Шрила Прабхупада чистый преданный. Шрила Прабхупада чистый уданный. И Шрила Прабхупада дает нам метод чистого бхакти. А Шрила Прабхупада нам дает метод чистого бхакти. И он заражает нас этим желанием служить чисто Кришне. А он нас, как бы, инспирует таким... И искренние последователи Шрилы Прабхупады делают то же самое. А поэтому в нашем сердце они искореняют эти желания карма Мишу, гьяна карма Мишу, да, этой примеси гьяна карма. Z našeho srdce dávají pryč tady ty příměsi Jana Karma Mishra. Po milosti, jak Mačet Moši говорил, Гурнитай. У нас появляется возможность получить эти отношения с Кришной, когда он с нас пристрастен. Нет, как наоборот, пристрастен. И это очень же привлекательно, потому что ты чувствуешь личность. Но это все происходит по милости Гуру Парампары. Причем по милости чистой Гуру Парампары. Потому что это преданные нишкама. И они вот так вот дают такую огромную милость. Но я не претендую на седанту, это просто мое понимание. Можно добавить? Yeah. Прабхупада сказал, когда у него спросили, вот, сколько человек чистых преданных, вообще в ИСКОН, он ответил, все чистые преданные. И как бы разделение не давало никакого. Говорил, когда мы идем духовным путем, то есть это как зеленая манго, помните, все знают это представление. То есть как бы я немножко, может быть, и не соглашусь, что только чистому преданному Кришна там дает свое внимание. Prabhupada říkal, když se ptali, jako kolik je čistých odaní, tak říkal, že všichni jsou čistí odaní, že to je vlastně ten příklad s tím zeleným mangem, vlastně všichni znáte, takže já bych s ním trošku nesouhlasila s tím, že to Krishna dává jenom čistý odaní. Já pojistím? To vysvětlím? Já s vámi souhlasím. A s vámi souhlasím? Zelený mangem, to je čistý přírodní. Zelený mangem je taky čistý. Jestli u něho v srdci ještě jsou nějaké želání, to ničeho neznamená, že čistý přírodní. Ještě má v srdci nějaký doj, tak on zaznamenává, že čistý. Čistý přírodní, protože on praktikuje sadhana bhakti pod rukovodstvím čistého přírodního. Ale je čistým odaným proto, že praktikuje sadhana bhakti pod. Jestli on toho dělat nebude, on nebude čistým přírodním. Jestli on toho dělat nebude, on nebude čistým přírodním. A když to dělat nebude, tak nebude čistý. Jestli on iskreně sleduje nastavením čistého přírodního, on čistý přírodní. Pokud upřímně následuje pokyny čistého odaného, tak je čistý odaný. Хотя внешне не выглядит, что он чистый преданный. Он делает какие-то глупости еще, может быть, даже. Но Кришна Бхагавадгите говорит, что этот преданный даже совершенно самые ужасные, отвратительные поступки, его следует считать, святым. Кришна Бхагавадгите говорит, что если он отдан допустит и треба того неотпорнейшего чину, то треба похитить на него, на святую особу. То есть мы не должны судить, потому что это чистый преданный. Если он искренне следует. Мы не должны это посудовать, он чистый, отданный, покуда упрямо наследует. Другой пример, Прабхупада говорил, что если ну, кто-то мастер какого-то дела, другой пример, да, ваша Прабхупада, да, а другой ученик, он ничего не знает, как, что монтировать.
мастером какого гила, а его жак не знает, как это делать. Если тот мастер говорит, закручивай так, делай так. Если ему его мастер говорит, делай то так, тот тоже мастер. Так я так и мастер. Он делает эту работу великолепно. Делает эту работу ужасно. Он делает под руководством мастера. Еще делает под ведением мастера. Ну вот в этом как-то. То есть получается, чисто преданный – это тот, кто уже просто даже ступил на этот путь. Пусть он делает и ошибки, но делает их искренне. Если он следует искренне за чистым преданным. Чистый он, а не тот, кто упрямился, но чистый он, а не. Я просто хотел сказать, что мы не в гуру парампаре, допустим, даже полубогов. Мы в гуру парампаре чистых преданных. А вот мы в гуру парампаре чистых преданных. Это большая удача. Это большое счастье. Ну, там надо, конечно, помнить одну вещь. Там еще треба помотувати на одну вещь. Даже если человек занимается святым служением, слушает самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. И он полный нарешил. 9.30. Так, там я жизнь до слова. Я летаю, кто се допустит того нейоавнейшего чину, заместанную данную службу, а витовать вам на сердце, потому его разумность есть странна. То есть там есть условие. И там это подминка. И он полный решимости идти по верному пути. То есть он должен быть разгоднут справно, и надо справно за все. И это вот... Вот это вот. То есть он правильный парампари, и если он сам исполнен решимости, ну то есть он может какие-то ошибки совершать. Ну что, не видела мягкие. Какие-то несовершенства, несовершенности. Недокоронность. Вот. Но однако, несмотря на все это, то, что он делает, он или какая-то слабость его одолела, или недостаточно он как бы силен еще, или просто. По неведомости, по какой-то случайности он совершает ошибку, но он не оставляет процесс преданного служения. Или треба някаку слабости, або някаку неведомости, если допустим някакие хиби, так, але покуд дал покрачує, якоби сдали на службе. Вот тогда все хорошо, тогда он дальше продолжает и является чистым преданным. Так, все, ну и в порядку, он покрачує далее, поважаю до чистого дана. Кришна говорит непременно еще. Кришна река с учитости. То есть... Не так, что мы просто делаем, что хотелось. Наверное, так сидишь, делаем это, что мы. И при этом просто, ну то есть, более у нас должно быть такой еще тоже осознанный подход к этому. У нас должен быть такой вид, заведомый чистый к тому. Мальцы, то есть мы должны ответственность брать на себя тоже. Почему все мы так на себя сразу ответственность? Потому что отношения – это ответственность определенная. Потому что страх – это некая ответственность. Ну, в том числе вот гуру. То есть я следую чистому преданному, следующие Прабхупаде, да? Что наследование чистое, рано его наследование, следующие Прабхупаде. Ну, просто моя ответственность в том, что я действительно следую. А моя ответственность в том, что я скуточно наследую. А к Шрила Прабхупаде меня ведет. А что мне ведет Шрила Прабхупаде? Ну, не так, что я... Я зацепилась за Шрила Прабхупаду, а теперь заткнуть я... Заткнуть его! А теперь тащи меня, я буду тут лежать, делать все, что меня заблагорассудится. Баланс такой. Надо пойти Шрила Прабхупаду. Я вообще собственно Шрила Прабхупаду, а не та, но я себе отсутствую. То есть активная позиция у нас в отношениях. Все такое на нас, то активная позиция. Сначала Шиланкову он классно говорил, что вот, есть как бы купе, в вагоне купе, поезда, вот эти две полки. И там еще такая багажная, в общем, да. Как у третья. И вот он говорит, вот можно бы сколько бы вот на третьей такой бесплатной полке, короче, находиться на халяву, там как бы ехать, но вот на той вот. Третий день. Но он как бы просил своих учеников, думаю, он обращался, что все-таки, пожалуйста, вот на первый и второй. Вот не обязательно вот на этот день. Можно, конечно, но это не самый лучший вариант. Я это начал сначала пробовал пить, что висели в лаку, так там такая засадочка, потом я говорю, а баби нам еще наложит такой бедлень про ты завазадла.
Samozřejmě výskonu je možný vést i v tom svatovém prostoru, takže on prosil své žáky, aby... Zadarmo. Bezplatně. Schovat tam. A tam byli prostě schovaný, jenom se tak vést, ale že on prosil své žáky, aby oni nejeli takhle s tímhle tím způsobem, aby prostě dali nějakou aktivnější prostě pozici. Ну, а там на самом деле, извините, ты запомнишь, что в каком-то контексте, он там говорил, это в контексте того, что если мы там следуем даже принципам, даже повторяем 16 кругов, то это все еще третья полка. Я вам тоже в том контексте, где до конца, когда мы говорим, чем мы держим принципы, чем мы 16 кругов, так пожалуйста, то может быть там третий, это залазовый достаток. А вот если мы стараемся кому-то еще дать создание Кришны? Ještě důležitý je dát někomu jeden Krišně. To my oplačujeme kvůli svému domu. Pytáme po krajině. To ani pěl tak, ale no, smysl, to už několik let nazad bylo, já ještě nemohu točit posledit, no, ale smysl takový. Teprve potom se snažíme nějakým způsobem zaplatit si tu výstavku. Нет, я просто, потому что Маша сказала, что я даже не хотел подниматься, что само собой разумеющееся было. Ну, то, что Матыш добавила, это было само собой разумеющееся. Если то, что Матыш дополнила, так то как все разумеет само собой, что со мной было хитрено. Когда мы сегодня утром на Шримад Бхагаватам как раз говорили, что когда Господь Читания простил Джагая Мадхая, отпустил Джагая Мадхая, все грехи ваши, все, все сгорело. Все ваши грехи схожили. Ну, при одном условии. Но ему под одним подмигом. Все, вы никогда их больше не будете совершать. Все, уже не будете упаковывать. Ну и по милости Господа Нитянанда опять-таки. А по милости Пана Нитянанда. То есть как бы духовный учитель. Духовный учитель Куби. Но то есть они обещали не совершать больше никаких греховных поступков. Так они слыбили, что уже жарных грехов допущить не будут. Если мы помним историю дальше, они не просто их не совершали. А если помним далеко, уже не, но уже ты их грехи уже кланялись пахали. Всем тем, кому они причинили какое-то нехорошее. Они се кланяли всем тем, которые им ублížили. Они стали первоклассными вайшнавами. Стали се первоклассными вайшнавами. И не все их так воспринимали, кто-то еще помнил старое. А не все их так вполне принимали, ты со своей шпалдой, ты старый. Кто-то и камни кидал. Ты же еще газали, не любой газали камни. Лицо плевало. Небо им плевали до тваря. А они не сопротивлялись этому. А они со тому не брали. Они еще давали, еще киньте. Еще им подавали камни, так еще будьте. И тогда они понимали, что они действительно поменялись. Теперь потом похопили, я себя образу изменила. Я так слышал в одной лекции. Как сам то слышал, где... Это очень логично, что вайшнав меняется. Же логично, что все вайшнава мнение. Несмотря на какое прошлое, так духовный учитель делает. Не глядя на то, как отдала его минулость. Если полубоги до какой-то меры предаются Кришне, да, то он им так отвечает. Если чисто преданный предается, то Кришна ему по-другому отвечает. Вот то, что говорит Бали Махараджа, он говорит, это пятая песня, 24 глава, 24 стих. Там, власне... Он говорит, что Индра, он просто глупец. Потому что когда ты к нему пришел, вместо того, чтобы просить возможность тебе как-то послужить, он тебя занял служением ему, он попросил, чтобы ты пришел ко мне и попросил у меня просто милостыню. Вместо того, чтобы умолять, что тебя, что как же Господь, я тебе могу послужить. Вот это и есть разница. Но тот, кто хочет служить Господу, Господь самого себя отдает. И какие-то материальные, как Бали Махарадж говорит, тоже будут существовать какие-то манвантары. То есть какое-то мгновение вечности. У нас, конечно, манвантара кажется долго, но это мгновение, оно все равно конечное. Есть начало, есть конец. А Кришна преданным чистым себя отдает. Поэтому, конечно, те, кто реально вот эти отношения, ты, конечно, он пристрастен, он себя отдает. А там он пристрастен на другом уровне. Он какие-то, ну, вот там они получили материальные блага, ну, даже то, что они там нектар получили. Но они получили то, что хотели. Но все равно Кришна даже это ценит. Просто самого себя он не отдает. Он не отдает Индре самого себя. И несмотря на то, что он, вот я вчера читала, я в шоке была вообще. Ты переведешь потом часть?
Takže to je to příklad, že když se jako by k tomu Krišnovi vztahu polobozy a nebo potom odali, tak byl ten příklad s Bali Maharajem, když vlastně o tom úplně říkal, že se začal jako hlupák, když se tomu přišel Krišnu, tak když ho poslal, nebo když říkám, tak když ho poslal za mnou, když jsou vlastně zamysleli svoji službě, místo, aby si měl možnost tomu sloužit, že právě toto reaguje s takovou nákladností Krišna na to, jak se k němu vztahuje, jeho čistý oddaný. Jako včera jsem něco četla, byla jsem v úplném šoku. Дальше. Вот он на уровне полубогов, праджапати, да? Да, сейчас скорее праджапати на уровне полубогов. Столько аскез совершает, совершает. Выполнял побег аскези. И для чего? Просто чтобы детей иметь. А проще, нам во время просто детей. И для меня это, конечно, было, ну, вообще удивительно. Ну, такие аскезы ради, ну, такого, всего лишь, что казалось бы, материальные как бы вещи. А мне это было удивительно. Mě to udivilo, protože tolik askeze pro to, co by jsem tak mohla označit jako by materiální věc. No ještě obrovské mě udivilo, když Krišna k němu přišel, já až závistí pravděpodobně. Vlastně ради materiální cíle mu poklaňuje se. Mě tu Hare Krishna povzdělal, jako mě Gospod to ne osobu, jak by tut. A tut on s 8 rukami, значит, přišel k němu. I dalš on говорит, дорогой, Даша, ты не так дорог. A potom k němu přišel Krišna, až jsem trošku pocítila závist, protože jsem si říkala, tak on tam dělá askezy kvůli materiálním věcem a já tady opakuju Hare Krishna a za mnou Krišna ještě nepřišel, protože on přišel s 8 rukama a říká mi, že byl do kůžu, takže Krišna. A mě říká, Dakšo, já očin dovolím tobou. On mu říká, Dakšo, já jsem s tebou tak spokojený. Protože ty naplňáš moju misi, ty děsíš vás mou želání. Že ty naplníš moji misi, jednáš podle mé touhy. Потому что я желаю блага всем, и ты тоже желаешь блага всем живым существам. Потому что я прию благо всем живым бытостям, а ты так и прию благо всем живым бытостям. Ну, интересно, что Шрила Прабхупада дальше в комментарии объясняет, что на самом деле с Дакшей не так все хорошо. Занимаюсь еще потом Шрила Прабхупада в комментарии, дала высветлить, что с Дакшей тут так вполне доброе не было. Что он как бы получил это материальное благословение, то, что он хотел, но это его привело к тому, что он в следующий раз преданно оскорбил. Že vlastně on získal tady to materiální požehnání, aby získal to, co si přeje, ale vlastně to dovedlo k tomu, že potom on urazil odaného. I вот для меня я такое сделал вывод, что можно как бы вау, Кришну видеть. Ну, так круто на самом деле. Ну такой уровень Кришну самого видеть. Но попросить какую-то глупость просто. Просто упустить самое главное. И это самое большое несчастье. Лучше жить так, как Кришна хочет, чем видеть Кришну. Já jsem z toho udělal takový závěr, že se potom může stát, že když toho Krišnu uvidíme, takže člověk může poprosit o nějakou hloupost a tak lepší a snad ani jako toho Krišnu nevidět, ale hlavně žít tak, jak on si to přeje. Да, и Кришна пристрастен. Он каждому дает то, что от него хотят. Но себя он отдает только чистым преданным. Но себя, то есть Кришна сам себя дает только чистым преданным. Že Krišna chová náklonnost, takže dá každému to, co chce, ale sebe samoho, samotného tak dá jenom čistý modelí. To možná poslední mysl. Zdejš. Krátká mysl. Na samém děli vše velmi zdorové. Vše velikolepné. Všechno je prostě úžasné. Потому что в Кали-югу приходит Господь Чайтанья вот там. А он, как сказал Матша Панарши, цитирует, что он Махавадана-яя, да? Он самый щедрый воплощенный. И вот он себя дает, дает вкус. Даже тем, кто не хочет вообще. Так происходит. Прабхупада приехал, никто не хотел, никто Кришну не искал, никто яги не совершал. Protože když přišel Prabhupada, tak někdo Krišnu nechtěl, nikdo ho nehledal. Kdo to iskal, nepoňatno, co iskal. Někdo možná něco hledal, ale sám nevěděl, co hledal. Takže Prabhupada dělal všem se to. Ale Prabhupada jim to všechno dal. Protože on sám говорil, že v samé krátké lekci šel Prabhupada 1 minuta 14 sekund. Co to takové tam? Taková jedna nejkratší lekce úplně, která trvá asi minutu 14. V Atlantě, podobně to bylo. V Atlantě to myslím. On posmaril na Gorny Taj před lekcí. Podíval se na Gorny Taj před lekcí. Říkal, ty dva bratry nás tolik milostiví. On řekl, ti teda bratři jsou natolik milostiví. On Gurudev objasnil, on seděl prém naproti. On
Говорит, выстрелили слезы, не просто потекли, они выстрелили, как из шприца. Из глаз, чтобы пропали. Голос замер, ну, в смысле, не смог говорить, потерял. А застрял саму глаз? Я закрыл глаза, я просто не смог больше ничего сказать. Очи, я погрузился в такой транс, экстаз. До транса, до экстаза. И через какое-то время только смог сказать, повторяйте Харе Кришна, встал и ушел. А ты проверил за некую хвилю, можешь жить, опакуйте Харе Кришна, сведился и ушел. То есть нам надо еще понять вот этот момент, что хотя мы не квалифицированы, да, у нас нету платформы Брама Бута, Прасанатмана, Шоча, Чинакангшати, вот эти все вещи. Нитянанда, Господь Читания настолько милостивый. Так Пан Чайтана, Пан Нитянанда Су настолько милостивый. Они зашли одновременно, как Солнце и Луна. Вы зашли заровень, как Солнце и Месяц. Зачем, чтобы всем даровать нас? Всем, как раз нам. И это очень личностно. Нам всем, то и правильно. Они ради нас пришли, ради подмени, живой бытости. Нам пришли, кули подмени, живой бытости. Это, как это? Вот пристрастие, пожалуйста, так ради нас. Пекный приклад наклонности, для этого кули нам. Все, вот. Если с Кришной мы это не чувствуем, пожалуйста, Господь Чайтанья. Шримати Радхарани Кришна, одно лицо. Так, если с Кришной мы не чувствуем, так тогда просим Пан Чайтанья, то же Кришна Радхарани Кришна. Тут точно не отвертишься от милости. Určitě nemůžeš vyhnout té jeho milosti. Na tom můžeme zakončit. Хотела еще кое-что сказать, но... Я сейчас просто вспомнила про Прабхупаду. Я уже, может, Джанги рассказывала. Вы сейчас просто говорили про признаки экстатические, которые Прабхупада проявлял. Кстати, можем этих признаций экзотические вас, которые Прабхупада проявлял. Кстати, ученики Прабхупады говорят, что Шрила Прабхупада, он очень мало когда там смеялся, как-то особенно вот, радость какую-то проявлял, внешне. Жаци Шрила Прабхупада сказали, что именно зрители Прабхупада как внешне проявлял как радость. Но он был всегда, на самом деле, в экстазе. И вот эта история об этом. Это один из учеников Шрилы Прабхупады. Он показывал лекцию с Шрилой Прабхупадой, 30-минутную лекцию. Он показывал одному из лучших танцоров и учителей Бхаратнатья. Jakou přednášku se šlo Prabhupádu nějakému nejvýhlasnějšímu tanečníkovi a učiteli Bharatnatyam. On jak učitel Bharatnatyam, on může přes tanec vyražovat rozličné ekstatické emoce. A tady ten učitel Bharatnatyam tak učí skrze různé gesta vyjadřovat emoce. И говорится, он посмотрел ту лекцию Прабхупады, он подивил на ту přednášku все Прабхупады. И говорит, еще раз давай. И он снова посмотрел. Снова сопутил. Говорит, давай еще раз. И он несколько раз смотрел одну и ту же лекцию Шрилы Прабхупады. Несколько раз подивил на одну, а тут еще лекцию Шрилы Прабхупады. И говорит, это говорит удивительно. Читал танец ужасно. За 30 минут он показал все, чему я учу. Указал вообще, что я выучу. Там существует, если они сейчас какие-то 12 проявлений экстатических эмоций. У меня какие-то 12 проявлений экстатических эмоций. И все эти 12 он проявил вот за эти 30 минут. Всех тех 12 он проявил за эти 30 минут. И он говорит, мне нужна эта лекция, я буду показывать своим ученикам. Я получила эту лекцию и буду указывать своим жарку. Вот как это действительно, как, вот это то, чему я учу, я хочу ему показать на практике, как вот это выглядит. Я учу, показывать в практике, ну, видимо, это какие-то такие моменты, которые видят такие только профессионалы, как это все проявляется. Такие моменты, которые видят профессионалы, как это проявляется. Это о том, на каком уровне Прабхупада всегда находился сознание. То не повидал о том, на каком уровне ведомости Прабхупада мы стали нахазом. Вот, и вот. Так ко всей нашей теме, о том, как он давал милости, к чему он нас, собственно говоря, ведет. Так, к Кришне, как личности. К нашему тему, то, как нас он вас не дарит, как личному поступить.
Мне нравится, что Прабхупада много лекций начинает. Кришна — Верховная Божественная Личность. И потом начинает. Если ли видишь, что Прабхупада hodně лекций начинает тем, что říká, Кришна — наивысшая особенность Божества. Еще этот, извините, вспомнил нас пример, проманка практически. Прабхупада был в 68-м году на телевизионном шоу. Я последние два вопроса мы задавали. Сваваджи, а you liberated? Что папа сказал, yes. Он показал на своих учеников, там был Киртан до этого. And they are also liberated. И этот уже не знал, что сказать, он сказал, how old are you, Swamiji? Сколько вам лет? Он не видел, что ваше, так сказал, а как вы старый, Swamiji? Прабхупада ответил, 70 лет. Он сказал, 70 лет. И у меня еще до сих пор все свои зубы есть. А еще пожал вам все свои зубы. Всем вам кит! Всем вам!